знаете, вот есть болезни, о которых страшно говорить, есть болезни, о которых стесняешься говорить. Меня зовут Людмила, и у меня вообще потрясающие результаты. Я пришла в компанию очень с большим недоверием. Правду скажу, ну что такое капельки эти? Я на них посмотрела, купила, правда, и начала пользоваться. И вы знаете, вот есть болезни, о которых страшно говорить, есть болезни, о которых стесняешься говорить. И у меня одна из таких болезней была, то есть это тремор головы, да, и тремор лица. Когда голова, мне часто спрашивали некоторые вот в офисе, почему у тебя голова шатается? Вот, я лечилась, я была в госпитале в прошлом году, я лежала в госпитале, прошла курс терапии, да, но узнанный не там был. И после вот этого, да, у меня появилась, даже голова, она как-то ее незаметна, вроде бы ничего, а вот когда появляется тремор лица, это вообще страшно. То есть ты понимаешь, ты видишь, ты говоришь что-то, ты сидишь за столом или ты сидишь с людьми рядом, да, у тебя начинается вдруг трястись подбородок, нижняя часть вот этого лица, это страшно. И ты знаешь, что у тебя трясется, и ты знаешь, кто-то скажет тебе, что с тобой, а кто-то промолчит просто из вежливости. И вот это вдруг у меня, значит, я начала капать вот это 2,22. Я вам хочу сказать, я пришла где-то неделю тому назад, да, я говорю, вы знаете, у меня тремор прекратился. Я чувствую, у меня нет его. Давайте похлопаем. Вот. Вы понимаете, тремор, вот этот большой подбородок прекратился, губы, если вы, ну, может, разговариваем, вы не замечаете. Если я в зеркало смотрю и начинаю губы свои красить и смотрю, у меня губы еще до сих пор трясутся, не ушло. А вот этот вот крупного тремора просто нет. Я... Спокойно, спокойно. Это волнение радостное. Вы знаете, я благодарна компании, которая пришла на помощь таким людям, как мы, как я. И если это на самом деле был такой флакончик, вот. И сегодня у нас есть с вами возможность без химии, без отравления организма. Вот я предыдущая дама здесь говорила, да, у меня такая же история, как у нее в больнице я лежала. И лет 10 я пила пролуктал, конкор и все вместе взятое, да. Я знаю, что это такое. Я знаю, сколько это стоит. И за 3 недели такой результат. Вот и все. Зовут Эльвира, живу я в Алматы. У меня много лет болит сердце. Принимаю также много лет картарон и конвор. А в последнее время случилось так, что я стала принимать уже 3 раза в сутки. А картарон, у него побочных эффектов очень много. Можно от них даже скончаться. Дело в том, что вот я, когда пришла в компанию, выкупила препараты номер 1, номер 10. И вот сегодня 5-й день, как я принимаю их. Приступы прекратились. И я считаю, что это действительно чудо-препараты. Впервые, когда я увидела вот эти пузыречки, я несколько скептически посмотрела на них, думаю, что от них может быть. Спасибо компании. Я очень рада, я в восторге. Лекарства не пьете? Желаю. Да, лекарства не пью. Не пьете? Не при... Да, не пью. Я перестала пить. Да. Здравствуйте. Меня зовут Берсенева Ольга. Я хотела бы поделиться с одним результатом, который произошел с одной моей знакомой. У нее была осложненная катаракта. После применения комплекса виафтанов
глазных препаратов, у нее сейчас очень хороший результат. В общем, раньше она не могла хорошо передвигаться, у нее была пелена перед глазами, очень боялась ходить одна. Сейчас этого не происходит, лечение как бы до конца не произошло еще, но сейчас она уже ходит спокойно и без помощи, и у нее в глазах перестало троиться. Вот такой прекрасный результат. Здравствуйте, меня зовут Прокушева Ирина Петровна. Я врач-гинеколог-эндокринолог, уролог-мамолог-гомеопат. И с продукцией компании системно активного долголетия я работаю уже 2 месяца. Сначала я увидела, конечно, результат на себе и на своих близких. Во-первых, меня поразило действие виафтанов. Это капли для глаз. У меня мой муж... У него была травма глаза, причем было внутреннее кровоизлияние прямо в глазное яблоко. Вот, и мы думали, что придется ему делать операцию, ложиться в больницу. Вот, но в течение 3 дней применения виафтана 6, который применяется при травме глаза, у него полностью рассосалось кровоизлияние, у него зажил сосуд. И когда он сходил к офтальмологу, офтальмолог сказал, что удивительно, никаких следов травмы у него не оказалось. Я взяла флуоревит для легких своей дочке, которая у меня до этого кашляла, у нее был бронхитик небольшой, и какие бы травки мы ни пили, этот кашель сохранялся. Но на 2-й день применения флуоревита для легких у нее этот кашель прошел. Вот. И это меня вдохновило, я начала назначать эти препараты, и мои пациенты очень довольны. Во-первых, конечно, это удобство применения, это раз. Во-вторых, это безопасность. В-третьих, могут применять и взрослые дети. В-четвертых, эти препараты... Эта система, она позволяет собственному организму омолодиться, оздоровиться. Она помогает вернуть здоровье, вернуть самочувствие, вернуть настроение. Вот. Сама я для себя купила вот такое вот серотониновое колье себе и мужу, которое высвобождает рецепторы серотонина и нормализует процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга. И благодаря этому повышается настроение, восстанавливается сон. Вот. И мы с мужем заметили, что мы стали очень глубоко спать, просыпаемся отдохнув. Мы меньше стали реагировать на какие-то неприятные жизненные ситуации. Ну и пациенты, конечно, отмечают улучшение состояния здоровья, щитовидная железа, печень, поджелудочная, почки. Вот. В общем, продукция очень хорошая. Я желаю всем здоровья, я желаю всем принять решение попробовать эти препараты. Пусть они будут у вас в сердце, и будьте здоровы. Добрый день. Меня зовут Валентина Каузбековна. Я врач, терапевт. Продукцией компании САД работаю уже в течение 3 месяца. Сама употребляла эту продукцию Виаргоны, препараты печени, почек, поджелудочной железы, кишечника. И за период приема я ощутила, насколько организм облегчился. Мне очень легко сейчас, исчезла и утомляемость. Я рекомендую всем для профилактики употреблять препараты Виаргоны и Виафтаны. Это прекрасные препараты. Это препараты, не имеющие аналогов на сегодняшний день. Добрый день, Астана, Гульжан Валиева. Рада рассказать о той продукции, которой пользуюсь уже с 9 сентября этого года. Уже скоро будет 2 месяца. Есть те результаты, которыми просто хочется порадоваться, поделиться со всеми. Вот, поскольку у меня центр медицинский и есть прибор EDScreen, естественно, не использовать его я не могла. И приступая к использованию продукции, сначала делаем EDScreen-тест. Видим все 24 органа, в каком они состоянии, как они выглядят. И, естественно, что хотим поправить. Буквально через 2 недели я уже видела, что моя поджелудочная железа, которую мы с Ириной Петровной Ким пытались год наладить, пришла в то состояние, в которое я хотела бы видеть. Прибор показал это уже после повторного тестирования, после применения биофлуоревита поджелудочная железа. Сама продукция, конечно, поразила тем, что она вообще появилась. Огромная благодарность господам Ямсковым, огромная благодарность тем, кто это поставил на сеть. Только так, наверное, масса народа нашего, а я думаю, вот это была великая цель, когда миллиарду населения
планеты Земля в течение 10 лет, это принесло бы и здоровье, и активное долголетие, и просто желание жить. Это удивительно, когда ты месяц испробовав ее, утром встаешь и не думаешь, какую ногу поставить, как вообще встать с постели. Это вот это ощущение той молодости, когда ты вставал и бежал. Вот сегодня это состояние ко мне вернулось, я просто счастлива этим поделиться. Я просто счастлива сказать, люди, это есть, это возможно. Это на сегодня для нас, для всех выход. Для всех это интересно, потому что катаракта, глаукома, это сегодня вопрос большой. Это безысходность, это страх. Потому что проблемы сахарного диабета сегодня, это тоже каждый второй. На сегодня проблема щитовидной железы. По Казахстану тем более, мы эндемический регион. Я думаю, Россия этим не блещет. И я думаю, что именно благодаря биофлоревитам, виафтанам и виаргонам мы сегодня сможем сказать «да». Мы это можем поправить. Это нас вернет к молодости, к здоровью. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я принимала виаргоны номер 12, 1, 21, 6, 5. Во-первых, получила такой хороший результат, как по зрению. Я носила очки, у меня миопия минус 2. Теперь я свободно хожу без очков. У меня нет такого ощущения рези и усталости в глазах. Второй результат, который я получила, я похудела. У меня ушли объемы, стала надевать красивые платья. Что еще хочу сказать? Кожа стала лучше, сухость ушла. Так что применяйте виаргоны и будете здоровыми и красивыми. Добрый день, здравствуйте, меня зовут Галина Сметанина, я из города Темиртау, Казахстан. Начала продукцию применять, начиная с августа месяца, и в течение вот этих 3 месяцев у меня был вес 69 килограмм, сейчас я вешу 65,5 килограмм, это раз. Во-вторых, мой личный результат, начала принимать первые 2 месяца, я была в отпуске и принимала один раз в день где-то. Виорганы. Начала, там я принимала комплекс виорганов. Сейчас, начиная вот целый месяц, я начала, когда с начала приема уже комплекс опять повторила, добавила еще лисички, их раньше не было, и добавила еще вытяжку из гриба мухомор. У меня вначале было очень сильные боли в коленках, в суставах, в тазобедренный сустав. И потом у меня это было обострение, и потом у меня вышел генитальный герпес. Я буквально за неделю, вот он у меня прошел, конечно, были очень сильные боли. Сейчас боли у меня в коленях, в суставах, это все прекратилось, я себя чувствую великолепно. Это раз. У меня в моей структуре есть еще супруги Хигай, у них... Она врач-офтальмолог, у нее у мужа была большая проблема, он ослеп практически, был задет после гриппа зрительный нерв. И вот они начали, когда услышали про эту программу, они начали применять ее. И пока они еще применяют, результатов по глазам еще такого, как сказать, он еще не видит так, как должен видеть. Но у них результат по серотониновому колье. Когда он начал применять, естественно, человек, ему 60 лет где-то, он был в депрессии, когда начал принимать это колье, у него, конечно, улучшилось настроение. Он, самое главное, он стал спать. Он вовремя ложится спать, но спит, по крайней мере, не менее чем 8 часов. Это раз. А у жены, его супруги, Елены Гиреевны, она стала видеть цветные сны. Вот мы удивляемся, она приходит и говорит, я, говорит, вижу целые вот как сериалы цветные. И, конечно, у нее настроение хорошее, у них вся надежда на эти виофтаны, то есть глазные бальзамы. И еще, конечно, они уже в возрасте люди и хотят задержать свое старение. Я желаю каждому человеку, который начал принимать наши виофтаны и бальзамы для глаз, и виорганы, получить, естественно, здоровье, задержать свое старение и предупредить все заболевания.
Здравствуйте, меня зовут Савилова Наталья. У меня по биофлоревитам очень хорошие результаты. Я принимаю уже месяц эти препараты. У меня было очень серьезное эндокринное нарушение. И за этот месяц я увидела очень большие результаты. Как по коррекции веса, так и по внутреннему состоянию. Я очень довольна препаратами.